такое яблоко скушаешь, и надолго хватит. Очень сытное, кстати. Очень-очень сытное. Добрый день или утро всем, кто зашел на мой канал. Сегодня буду запекать яблоки в духовке. Но не просто яблоки, а с начинкой я их буду делать. Яблоки у меня свои, с моей дачи. Сорт Антоновка. У меня будет творог обезжиренный. Вот здесь пачка 250 грамм. Сколько уйдет, посмотрим. И цукаты из тыквы. Это цукаты мои домашние. Я их делала в прошлом году, у меня еще немножко осталось, и я решила их использовать в начинку. Цукаты предварительно я порезала, залила горячей водой, они у меня постояли, может быть, минут 20, я не помню. Неважно, главное, чтобы они распарились. Возможно, я еще добавлю сахар, если мне начинка покажется кисловатой. Ну и думаю, если будет суховатая начинка, можно добавить и сметаны, это не помешает. Все-таки я решила добавить немного сахара, 2 чайные ложки. Я решила еще добавить сюда немного сметаны, пока где-то 1 столовая ложка. Очень вкусно получилось, готовая сырковая масса, если можно так назвать. Яблоки, конечно, уже мытые. Вот так вот я снимаю шляпку. И аккуратненько вырезаю сердцевину. Яблоки очень жесткие. Можно, конечно, это все вырезать желобковым ножом специальным, который вот сердцевину яблок удаляет. Ну, конечно, только не протыкать насквозь. У меня такого ножа на данный момент нет. Ну, в принципе, обычным ножом получается очень быстро. В основном-то удаляется сердцевина, яблоко все остается на месте. Очень удобно мне было формировать стеночки внутри вот такой ложкой. У меня вот есть такая ложка, небольшая. Так что, если у вас такая ложечка есть, тоже удобно. Сначала ножом, а потом вот такой ложечкой. Яблоки у меня кислые. Я решила добавить в каждое яблочко понемножку сахара. Вот где-то так вот буквально посыплю. В емкость я налила воды где-то на ширину пальца. Такие мне получились яблочки с начиночкой. Они уже очень красиво смотрятся. Духовка у меня уже разогрелась до 180 градусов. Ставлю свои яблоки в духовку. Выпекаться яблоки должны минут 30. Я посмотрю. Главное, чтобы яблочки были мягкие. Вот и готовы мои яблоки. Выпекались они 30 минут. Сейчас они остынут. И я их сверху посыплю сахарной пудрой. Почему-то яблоки у меня пропекались неравномерно. Я вроде бы и поворачивала там противень. Некоторые яблоки лопнули, и из них прямо мякоть яблока расползлась. А некоторые яблочки пожестче. Но я не стала ждать, когда у меня все полопаются, вытекут. Вытащила их. Эту красоту я не буду нарушать. И пробу сниму я вот с этого яблочка, которое я положила на отдельную тарелочку. Вот так оно внутри. Я не пожалела, что туда сахар насыпала. Можно было и больше. Яблоки кисловатые. Очень полезные яблоки, кстати, запеченные. Еще раз говорю, кто любит послаще, сахар можно побольше в это само яблоко положить. Обсыпать края прямо. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео. А также подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч.